А вы когда-нибудь тонули в человеке? Не так, чтобы на секунду или две, а чтобы просто, закрывая веки, теряли притяжение на земле. Настолько, что одной лишь только мысли достаточно, чтобы разум потерять. Чтоб сердце стуки намертво зависли. Чтобы от счастья тихо умирать. Чтоб ледяным огнем прикосновения до дрожи доводили в тот же миг. От счастья, чтоб кричать, но от волнения внутри вдруг затерялся где-то крик. Настолько, чтоб хватало лишь минуты, чтоб вовсе раствориться только в нем, прижавшись лишь к нему, а не к кому-то. Дела, проблемы. Господи, потом. Не знала я, что в 21 веке такие чувства могут воспылать. Сама вот утонула в человеке, и без него не знаю, как дышать.